Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом перестает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла, у нее над головой как колорой какой-то черный. Из чего? Пока не пойму. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ларису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ларисы поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ларису, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Рой этот видишь над головой? Он как купол над ней, да. Отлично. Я даю команду на счет 3. Этот купол отсоединяется полностью до 100%. Сканер помогает, отключает полностью этот купол и выводит его из биополя. В клетку-тюрьму. Пошел процесс. От него наверх идет. Это, скорее всего, арахноид. Как паутина наверх толстая идет. Разберемся. Да. Пусть идет сначала в клетку. Он в клетке. Он состоит из мелких арахноидов паутины. Этот купол. Так, я даю команду. Значит, 3 сканера сканирует пространство над головой Ларисы под ногами. 360 градусов вокруг нее. Тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Пошел процесс. И от этого купола с арахноидами выстраиваю канал к матке. 1, 2, 3. Притягиваю в клетку тюрьму. Становится заложницей. Они все с ней связаны. Большой арахноид. Хорошо, скажешь, если будет агрессировать. Он в квартире. Угу, понятно. Арахноид, это твой купол? Поворачивается задом. Влад, дай ему удар, чтобы он его почувствовал. Не убивай. Но он почувствовал, повернулся перед тихо глазами, смотрит, он просел вот так на ногах на своих. Правильно сделал. Правильно сделал. Ты сегодня будешь отвечать за свой беспредел. Итак, ждем у нас. Сканер идет. Кто у нас там по каналам? Сейчас, подожди, от арахноида идет информация, что он от нее получал энергию для своего потомства. То есть он собирал в доме энергии, плюс у него как по нитке были вот это потомство, которое от нее подсасывало энергию и хорошо, росло. Чем ты готов заплатить за это обслуживание, самообслуживание? Тебе никто не разрешал брать энергии для твоего потомства. И вот я тебя спрашиваю, чем ты готов платить? Готов ли ты своим потомством заплатить сейчас? Ну, глаза бегают в разные стороны. Нет, он не готов платить потомство. А как ты собираешься компенсировать это все? Он не понимает, в чем беспредел. Беспредел в том, что ты взошел без разрешения. Беспредел в том, что ты без ее разрешения поставил свой инкубатор, сделал из нее инкубатор, и твое потомство выросло на этой энергии. Чем ты заплатил за так это? Так все делают много веков. Отлично, хорошо. Так все делают много веков. И вот ты знаешь, это уже закончилось. Тебе просто забыли сказать. Это уже закончилось. Что за технология? Вот показать тебе, какая технология. В моих руках появляется шар энергии Атмана. Шар энергии Арго, 2 шара. А это тебе интересно? Интересно, кто ты и откуда у тебя это? Новый вид людей? Нет, старый вид людей. Очень старый вид людей, который пришел на Землю для того, чтобы закончить этот ваш беспредел, который вы устроили. У которого есть любое оружие против любого интерферента. Будь то гуманоид, что я с этим не знаком. Я понимаю, что ты с этим не знаком, но вот я тебя сейчас спрашиваю. Ты уже стоишь в клетке тюрьме. Как ты собираешься компенсировать это все? Я берусь, он говорит. Да то, что ты уберешь, меня не интересует. Я сам могу убрать 2 командами. Стой пока и думай, я еще вернусь к этому вопросу. Итак, поехали вверх. Сколько у нас каналов? А то я так не закончу никогда с ними. Арахноид, купол. Дальше. Синий дракон. Синий дракон. Отлично. Нет, джин. Джин. Какой? Синий? Золотой? Золотой. 82-34. 82-34. Хорошо. Гуманоид. Ой. Гуманоид. Откуда?
Орион. Орион. Хорошо. Орион. Воронка в ногах. Хорошо. Дальше. Подожди, кто там? В воронке кто-то. Бес. Бери выше. 12 демон? герц. О, демон 12-герцовый. Любит порассуждать. Он почему-то с вином, с стаканом вина стоит. А что ты с вином стоишь, демон? А люблю пить и рассуждать. Ну, хорошо. О высших материях. Давай. Он ее копирует. Понятно. Хорошо, мы со всеми разберемся. И считай, у синего дракона цифры над головой. 32-18. 32-18. Хорошо. Итак, я повторяю, у нас арахноид и купол из арахноидов. Синий дракон 32-18. Джин, золотое 82-34. Гуманоид Орион, воронка в ногах вместе с демоном 12 герцом. Правильно? Да. Больше никого нет? Нет. Хорошо. Начинаем сейчас с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, очень сильно пожалеет. Итак, я даю команду тонкой копии Ларисы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные и патогенные низкие вибрационные энергии в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ларисе, энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс, усилий его в 100 раз. Итак, арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Он год и 2 месяца в ней и 3 да. года в квартире. Хорошо. Синий дракон, сколько ты находился в биополе? 4 года. 4 года. Ты в квартире присутствуешь? Да, есть палат. Хорошо. Поехали дальше. Джин золотой, 82-34. Какой радости мы обязаны твоему присутствию здесь? Приветствую тебя. Мне нравится твое вступление. Угу. Я рад тебя видеть. Хорошо, Джин. Ответь мне на вопрос. Сколько ты находишься в этом биополе? С какой вещью пришел? Я несу вдохновление. Какого плана? Идеи. Угу. Дизайн. 5 лет. Идеи и дизайн. Ты помогаешь в каком-то деле? А чем ты берешь? Какую плату ты за это? Чем она платит за это? А, вот тут есть мой секрет. Он пальцем трясет. Забираю эмоции. Эмоции забираешь? Да. Много? Сколько процентов? Какие эмоции? Чем она платит? Возношу ее эмоции наверх. Тщеславие. Ах, вот как. Гордость. Гордыня? Гордость, доходящая до гордыни. Угу. Несу ей вдохновение. И она принимает это все, да? За благодарность. Хорошо, скажи мне, сколько ты присутствуешь, ты мне еще не сказал, сколько ты присутствуешь в биополе ее? Сказал, 5 лет. Значит, я не записал, 5. И в квартире ты присутствуешь? Да, разве ты не видишь там мое вдохновление? Хорошо, отвечаю только на те вопросы, которые я тебя спрашиваю. Гуманоид Орион, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. 2 года. И философ-демон в воронке. Сколько ты находишься? 3 года. 3 года. Скажи мне, это ты мучил кошку в квартире? Он смеется, мучил не он, но он ей фокусы показывал. Он показывает, как он из воронки исчезает и появляется. Он ее пугал, кошку, да? Это, ну, она не понимала, что происходит, ее с ума это как сводит. Угу. А кто ее мучил? Бес или черт в квартире? Он говорит, не знаю, разберись сам. Там портал большой, то один перейдет, то другой. Хорошо, разберусь.
Хорошо. Я даю команду тонкой копии Ларисы спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные и патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ларисе. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Знаешь, да. К демону идут какие-то мысли разные. И он показывает, как он стоит в этой воронке, и он как в мешке в этой воронке копается, то есть то стакан с вином достанет, то колокольчик какой-то, который, ну, как зовет ее, звенит, и у нее начинают мысли какие-то нехорошие возникать. То есть она ищет эти мысли нехорошие, придумывает что-то себе, ревность делает какие-то. Это все от демона шло, да? Да, какие-то вот эти ниоткуда взявшиеся идеи и мысли, которые негативные, это он. То есть как из мешка достанет, вот этот стакан назад уберет, колокольчик достанет, позвенит, и как звал ее вот этими мыслями, чтобы она начинала включать и негатив излучать. Неужели там такая гордость была, что 12-герцовому демону стало интересно? Ну, почему бы и нет? Раз есть это, можно и другое вытянуть. Одно к другому прилипает. Ждем окончания реверса. Готово. Отлично. Так, я даю команду сканеру сейчас на отключение конструкции. Подожди, мы еще не я вернули знаю, энергию. Мы не вернули, я еще хотел сразу отдать и в конструкцию. Я даю команду сканер. Сейчас отключает конструкцию гуманоида до 100%, выводит ее безболезненно из всех семи тонких плат, всех семи тонких тел, и отправляется эта конструкция в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У нее плата вышла овальная. Овальная. Она как зеркало, зеркалит. Хорошо, полностью она отключилась. Да. И отправляется в клетку-тюрьму. Я даю команду сканеру. Сканер выводит платы синего дракона. 1, 2, 3. Отключает их полностью до последнего проводочка. И также это отправляется в эти платы в клетку-тюрьму. Знания им интересны были. Не знаю, я сегодня перепрограммирую эти платы, вставлю в синего дракона и посмотрю, как он без 60% энергии будет себя чувствовать. За этот беспредел, который он учинил в биополе человека за 4 года. Вот и посмотрим. Дракон интеллектуал, он как по щелчку ее, ну, как к новым исследованиям вел. Интересом, скажем так. За 4 последних года ты ее слишком много интересов разных, пустых, дал. А если не исследуешь пустые, не узнаешь полные. Все в сравнении познается. Отлично, синий дракон. Я тебе сейчас туда продемонстрирую. Если не узнаешь, так и не почувствуешь. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Пошел процесс. Если не почувствуешь и не узнаешь дракон, правильно? Выключи. Я знаю это чувство. Я лишь говорил про анализ. Выключаю печать дракона. Здесь не серая зона. Здесь действуют законы мироздания. Это я всем говорю. Я понял тебя. У кого есть контракт с ней, я спрашиваю еще раз. У всех. Кто успел заключить контракт? Грегора, у нее есть нет контракта. Хорошо, это мы сожгем сегодня все. Хорошо. Вывелись платы дракона, Вера? Да. Отправляю их в клетку-тюрьму и выстраиваю энергетические сферические каналы конструкции гуманоида и к платам синего дракона 1, 2, 3. И реверсом отдаю весь негатив, все негативное и патогенное. Все, что Лариса получила от этих конструкций плат, все возвращается назад мощнейшим потоком на счет 3, 1, 2, 3. Пошел реверс. Скажи мне, что идет в конструкцию и что идет в платы. Смотри, конструкция, она овальное зеркало.
И оно крутится внутри нее, от сердечной чакры вниз. Но не сейчас. Нет. Хорошо. Показывает, что он собирал. Значит, делала действия одни и те же. Угу. Зеркалила свои одни и те же действия. Понятно. Хорошо. Возвращается это? Проблемы одни и те же. Эти энергии возвращаются? Да. Хорошо. Готово. Отлично. Устанавливаю фильтры на все золотые сеточки, на все каналы 1, 2, 3. И в порядке реверса Лариса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Мощнейшие потоки реверсом. Все чистое свое забираем по праву. Усиливаю потоки. И скажи мне, от кого идет больше всех и что идет? Ну, от вот этого купола арахноида идет фиолетовая энергия, которую они перекрывали полностью связь с космосом. Фиолетовую чакру перекрывали. Хорошо. Я вам перекрою тоже сегодня очень много чего. От дракона и от Влад возвращается чистая энергия. Синяя. Третий глаз. Да, то есть... Он не транслировал. Когда к платам шла энергия, там такая грязная, и она как сдавленная у нее в голове была информация. Назад возвращается чистая, легкая. Отлично. Джину что идет? От Джина, вернее. От Джина идет радость. Радость и легкость. Почему-то они все у нее забирали какую-то легкость, наслаждение. Хорошо. Эмоции. Они сегодня все получат тяжесть. Они искали легкость, получат тяжесть сегодня. И мне не играет роли, интеллектуал ты, не интеллектуал, ты банальный вор. Гуманоид по всем чакрам забирал тоже. Хорошо, гуманоид. Тебя тоже ожидает сегодня удивление всей твоей жизни. Готово. Хорошо. Реверс закончился. Все, значит, энергии вернули. Начинаем тогда. Я уже очень многое вывел. Начнем с демона. Демон, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Отключайся полностью. Он ей пьедестал воздвиг какой-то, как такой куб, на котором он стоит. А зачем ты это сделал, демон? Чтобы гордыня больше росла, выше стала, да? Или как? Да, чтобы ее все слушали. Скажи мне, есть ларва в биополе, Лариса? Да, есть, низ живота. Низ живота. А кто у нас там сидел внизу живота? Откуда она там, лярва? Это один? Ее боль. Она у нее собирается в этом месте? Да. Хорошо. Как снимешь все, доложи мне, я дам тебе отдельную команду и разрешу тебе забрать лярвы. Это место устало от ее мыслей. Угу. Значит, ее бьют, ее мысли по животу. Это замкнутый круг. Хорошо. Он все снял. Разрешаю тебе забрать лярвы. В ее биополе. Ничего не забывай, приступай. Готово. Хорошо, Джин, выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль. Ничего не забывай. Приступай. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц сканером. Если хоть один из вас кто-то что-то забудет специально или нечаянно, не специально, роли не играет, он просто сгорит по каналам при проверке. Я вас предупредил. Это не... Хорошо, это не то место, где в игры играют. Так, синий дракон, у тебя еще что-то осталось в биополе? Ну, посмотри. Нет. У арахноида что-то осталось в биополе? Подключки. Выходи, арахноид, вытаскивай свои подключки, ничего не забывай. Готово. У гуманоида что-то осталось в биополе еще? Нет. Хорошо, даю команду Ларисе на рассинхронизацию. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Хорошо. Включай внутренний белый свет Ларисе. 1, 2, 3. Этим внутренним белым светом она выдалит из себя все негативные патогенные низковибрационные энергии, остаточные энергии от интерферентов и их подключек. Пошел процесс. Свет выдавливает эти энергии, и они формируются в шар перед Ларисой. Очень маленький шар вышел. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатай, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка.
что там? Я не знаю, в ней что-то черное. Сканер просканируй, что это черное. Отключи полностью, выведи. 1, 2, 3. Ну, он вывел. Что это? Ну, это что-то черное, как у дрона. Она в форме как трезубец, лапа какая-то. Отправляю это в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Выстраиваю канал к ответственным. 1, 2, 3. Притягиваю ответственным за это пятно. Кто у нас? Слово идет, она грязная, никого нет. Это ее собственные мысли, что ли? Грязные ее собственные мысли? Да, где это она... какие-то сомнения, которые она очень глубоко в себе прячет. Лариса, вы знаете, что это такое за пятно? Какие у вас сомнения такие черные? Ну, говорит, много передумала за свою жизнь, может, скопилось что-то. Но это вообще находится на чистоте демона. Демон, твоя чистота? Посмотри. Негатив моя. Хочешь забрать? Жарет ее что-то изнутри, раз такое накопила. Забирай. Хорошо, отправляю демону. Демон, хочешь забрать эмоциональный фантом? Хочет. Выходит эмоциональный фантом Ларисы. 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие вибрационные эмоциональные энергии. Она проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит? Да, вышел. Большой? Много всего? Много всего, плюс еще слово какое-то «вина» идет. Хорошо, и плюс слово «вина». Все это вышло. Лариса, вы готовы с этим расстаться, с этими энергиями, которые вы сгенерировали? Да, готова с удовольствием расстаться. Хорошо, сворачивай это все в шар. Демон забираешь? Давай. Отправляю демона. Прям как день рождения сегодня. Готов. Хорошо, еще один вопрос, демон. В квартире тебя точно нет, да? Там есть портал, из которого я могу появляться и уходить. Но в основном я в ней, ничего у меня там нет, хорошо, не оставлено. Чтобы я тебя не притянул, портал, и это я закрою, это без проблем. Значит, тогда я могу тебя отпускать. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Джин, синий дракон и арахноиды. Сейчас я вам открою портал, два портала, и вы уйдете в квартиру Ларисы. Я приду минут через 20. За это время вы соберете все, что вы оставили в этой квартире. Я проверю и открою вам портал на вашу чистоту и отпущу первый раз. Вам это понятно? Понятно. Хорошо. На счет три открывается два портала в квартиру Ларисы. 1, 2, 3. И в первый портал уходят арахноиды и синий дракон. Во второй портал уходит джин и дожидается нас в квартире. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Остался один гуманоид, да? Да. Хорошо, гуманоид. Как ты думаешь, ты сегодня так все безнаказанно уйдешь, без всяких этих, да, проблем? Или как ты собираешься за эти 2 года твоей оккупации компенсировать Ларисе? Я послушаю твое предложение. Мое предложение очень простое. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Посмотри на мое предложение. Внимательно. Все ушли безболезненно. Это несправедливо. Ты больше всех вредил. Ко мне. Ты больше всех вредил. Больше всех вредил арахноид. Он сегодня заплатит эту цену. Убирай этот шар. Я тебе его продемонстрировал, для того, чтобы ты понимал серьезность ситуации, в которую ты попал. Я уже слышал про новое оружие. Вот это оно и есть. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, на связи. Приветствую тебя, Ли, еще раз. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Цариона. Есть что-то по твоей части или отпускать его? Заберем, проверим. Хорошо. В любом случае, это лучше, чем живая плазма. Можешь мне поверить на слово. Вот как тебя отпустят оттуда гуманоид Цариона, вот и передай в своем мире, что у нас уже есть это оружие. И мы шутить не собираемся. Любое нападение будет адекватно отражено и наказаны будут виновные. Забрали. Отлично. Посмотри, что-нибудь осталось в клетке? Да, плата осталась. Открывается зеркальная.
зеркопод и его платой портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот диск уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. У синего дракона платы остались? Нет, он забрался. А, паразит. Не успел я забрать у него их. Ладно, хорошо. Не страшно, все равно уйдет навсегда. Все, поехали по частотам. Я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Выходят договора. Активно и подсвечивается. У меня есть договор. Какое-то слово идет молоко. Он активный? Да, он активный. С прошлой жизни. Вот как. Хорошо, Лариса, вы готовы сейчас этот контракт аннулировать? Она говорит, я бы хотела посмотреть, если это вот, можно. Конечно, посмотрите, о чем идет речь. Скажите, для своей копии на Земле. Весь экран надо ставить. Ставим экран, 1, 2, 3. Пошел фильм. Это таверня какая-то, у нее кувшин в руках. Угу. Молоком. Господи, здесь не одна жизнь. Она отравила какого-то мужчину. Отравила? Она отравила мужчину, мстя ему за то, что он изнасиловал еще в прошлой жизни. А как она узнала? Здесь какая-то карма идет через жизни прямо. Хорошо. А кто второй контрагент этого контракта? С кем она его заключала? Если есть контрагент этого контракта, притягивает... Это карма, он как клубок показан, что не распутанный. И ее муж нынешний, с которым она из жизни в жизнь переходит, и мстя друг другу. Вот как. Так это она его отравила тогда? В прошлой жизни, а в позапрошлой он ее изнасиловал. Какая-то тюрьма. Да. Очень грязная, здесь воды много, и она в этой клетке в тюрьме. В каком это году пошел год? 1326. И страна? Шотландия. Шотландия, понятно. Шотландия, Ирландия, в той части где-то между ними. Угу. Ну что, будем пытаться тогда расторгнуть эти контракты. Лариса, вы готовы его расторгнуть? Подожди, ее считали ведьмой. Но ему она нравилась. И он как какой-то военный. Он имел доступ не военный. Типа одежда у него, как у рыцаря, сказала, копье какое-то в руке. Как латы на нем. И он имеет доступ к этой тюрьме. Ему смешно, он смеется. Нравится она ему. Это он сделал, чтобы ее туда посадили. Генетическая память у нее хорошо работает. Понятно. Хорошо. Мы закончили здесь с информацией. Можно убирать. Верни меня оттуда. И забираете назад. Монитор убираю. Да, закончили. Нечего по 326 годам гулять. Хорошо. Лариса, вы готовы расторгнуть эти контракты? Мой вопрос. Готов. Повторяйте за мной. Внутренняя власть поряжаться собственными энергиями. 1, 2, 3. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Возвращается что-то? Да, возвращается. Отлично. Ей возвращается энергия в такой же форме, вот как трезубцы или какой-то лапы, вот что-то такое. Буква М. Как-то вот в таком виде возвращается то, что мы отдали демону, то, что с нее вышло. Вина, вот это может быть оно и было. Вот это, наверное, скорее всего и была это на генетической памяти, если ты сказала, она хорошо у нее работает, ее ощущение какой-то вины, правильно? Да, вот это к ней вернулось, чистота сейчас в такой же форме. Отлично, открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулированность, закрывая, печатая и растворяя. Готово. Есть. Хорошо. Переходим к процессу активации и идентификации души. 2, 3. Пошел процесс.
От нее летит пыль. Пыль летит. А блестящая белая пыль. Так, а куда она летит? Сейчас, секунду, она по всей комнате летит. Собираем эту пыль. Она говорит, что моя душа запылилась. Понятно. А что это за пыль вообще? Это чужая пыль? Вековая. Вековая пыль. Очень интересно. Хорошо, где она сейчас? В шаре. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро, и эта пыль уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Такого даже я еще не видел. Она говорит, у меня есть божественная суть. Хорошо, поехали дальше, да, Вера? Да. Тонкая копия Ларисы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, что моя божественная суть может достичь до 900. Хорошо. Сколько вы хотите? 730. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ларисы до 730 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется и усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лариса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Отлично. У нас остались 10 вопросов сейчас к вашему куратору. И сейчас мы будем его вызывать, и после этого мы почистим еще вашу квартиру.